Многие люди при всех своих талантах не могут улучшить свою жизнь. Кажется, что этому нет объяснения. Но так ли это на самом деле? Например, способность браться за новое дело – это очень важное качество. Например, выступление на крупном мероприятии перед многотысячной аудиторией – это всегда большой стресс для новичка. Но тем не менее, волнение свойственно людям даже тогда, когда они впервые говорят слова на каком-то иностранном языке или покупают билет на самолет. Большинство не любит и не хочет испытывать даже небольшой стресс. Поэтому всеми возможными способами они стараются избегать незнакомых ситуаций. И что происходит потом? Со временем они оставляют только те дела, которые им знакомы и комфортны. Но это только с одной стороны. А с другой и вы, и я знаем. Когда человек делает одно и то же, то результаты он получает одни и те же. Это называется рутина или обыденность. Чем меньше нового в жизни, тем труднее заставить себя сделать первый шаг к переменам. Именно поэтому нужно постоянно подбадривать себя, чтобы не застаиваться на одном месте. Подгонять в плане развития, роста, изучения нового. Нужно сознательно заставлять себя делать то, чего ты никогда раньше не делал. И волнение, которое вы при этом испытываете, воспринимать как полезный фактор, помогающий вам быть в тонусе. По-другому это называется выйти из зоны комфорта. Если вы не знаете, что это означает и для чего это нужно делать, то у вас нет мотивации к тому, чтобы что-то менять в своих привычных делах и действиях. Но если вы понимаете, как это самым позитивным образом влияет на вашу жизнь, то появляется естественное желание применять это знание как можно чаще. Ежедневно практикуясь сделать что-то новое. Вы водите машину? Если нет, научитесь. Вы нашли себе помощника, которому ежедневно делегируете рутину? Нет? Найдите. Вы когда-нибудь выступали перед аудиторией? Прямо сейчас найдите такую возможность, выступите с лекцией или с презентацией. Держите себя в тонусе, тогда вы будете просто браться за новые дела. Только тогда вы действительно сможете вывести свою жизнь на новый уровень.